Marco, Mirella. Dobbiamo fare la foto. Будем варьировать, менять. Да. Ребят, помимо культурной программы, нам надо будет до отъезда выбрать время. Откуда можешь? Иди сюда, Брех. Сейчас. Если ты Пойдем на часах постоим. Да. Ахмад, я же эту вам я же эту чину так. Я бы замчал, так я же эту чину. А вот пара жену же. Все. Я думаю, что это большое событие, потому что впервые со времен республики разрешено установить памятник, и один из адыгов устанавливает его в самом красивом
городе мира, я считаю. Это Венеция, воспитанный духовно в Северной Венеции, в Петербурге. И то, что он встал на таком почетном месте, и то, что на сегодняшний день, как это было вчера на открытии, я стоял на балконе дворца Дожи и приветствовал эту многотысячную толпу, и итальянцы кричали «Браво!» Это, конечно, победа российского искусства, победа всех нас, которые чувствуют свою связь с адыгской землей. Кстати, мистические события, которые я рассматриваю, тоже произошло. То, что именно сегодня, после открытия моего памятника, дирижирует 4-й симфонии Густава Малера мой родственник, наш брат адыг Темирканов. И это что-то в этом я вижу знаменательное. Ну раз хочет, да. Янда? Да. Но бы нахуй ханим мишча. Из-за того, что мы просто хотим нахуй ханим мишча. Видимо.